Всем привет! Сегодня я поеду на автобусе 27. Вот такой вот. 16-0854 с рекламой. Поеду, наверное, до Тверской, до Тверской площади. Народа тоже полно. Библиотека. Следующая остановка МЦД К. На второй диаметр. Следующая остановка Современный университет. Вот, пожалуйста, приходите, приложите свой лент, дезинфицируйте социальную посылку валидатору. Убедитесь, что на валидаторе выдается зеленый сигнал. Да? Спасибо. Что вот и ласточка идет. Только не пойму, куда? Я тоже могу посадить. Ой, видать, 4, наверное, с Балашки или Захаров. Остальные я вожу. Одна большая пара, да? Сейчас посмотрим, если она нас, конечно, обгонит. Конечно, уже ничего не увидишь. Да, ну вот так вот, все, мат 27. Там есть лестница, короче, лестница есть. Можно второй этаж штурмовать. Я первый уже брал штурмом. Я вторая война. Вместе поедем. Один держит. Я тебе раз, короче, на даче осталось два штурма. Да. Да. И мне тоже ключи так не давали, я через лестницу влазил. Современный университет. Следующая остановка – Институт радиосвязи. Да, ну, конечно, судя по рекламе, такое впечатление, что он работал на маршруте С1, который ходит от станции МЦК-ЗИЛ до парка Остров Мечты. Но, не знаю, если вы на нем ездили... Институт радиосвязи. Следующая остановка – Воловья улица. Интересно, конечно, я на первой же минуте поймал 27-й.
Вообще, по-моему, 20 минут прошло. Воловья улица. Следующая остановка – Абельмановская застава. Сейчас пьем, вообще через 22 минуты только пойдет. Не знаю, наверное, поеду я сейчас все-таки до метро Марксистская. Может, побольше сниму метро. А на Оки, наверное, сегодня поеду. Такое для вас еще не снимал. Поэтому ждите. Абельмановская застава. Следующая остановка – Большая Андроневская улица, Покровский женский монастырь. Большая Андроневская улица, Покровский женский монастырь. Следующая остановка – детский театр «Парк Таганский». Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Берегите себя и окружающих. Хотел прокатиться на автобусе С1. Такое впечатление, что его сейчас правда убрали. Не знаю. Ну, вот так.
так вот попался. Детский театр «Парк Таганский». Следующая остановка – метро «Марксистская». При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах, не трогая их, сообщайте водителю. Подъезжаю к станции метро «Марксистская». Все-таки решил не ехать до Тверской площади, потому что мол, еще долго здесь ехать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Следующая остановка. Всем удачи. Всем пока-пока.